Художник Константин Егорович Маковский в юности много путешествовал. Бывая в Саратовской, Тверской, Тамбовской губерниях, он привозил зарисовки с натуры, а порой и уже готовые работы. Картину «Дети, бегущие от грозы» Маковский закончил в 1872 году в Петербурге. Шаткий мостик, болотные цветы и травы, дети, застигнутые ненастьем вдали от дома и спешащие к нему. В глазах девочки страх, да и ноша тяжела, маленький братишка не дает бежать быстро. Академик, профессор живописи Константин Егорович Маковский, участвуя в различных выставках, видел картины, посвященные детям. И каждый раз они вызывали его сочувствие. Хотелось и самому что-то подобное сделать. Когда он работал в Тамбовской губернии, его как-то окружила стайка местных ребятишек. Девчушка, что побойчее, спросила: «А что ты делаешь?» «Рисую», — ответил Маковский и предложил написать ее. Договорились о встрече завтра на том же месте. Но на следующий день среди местных ребятишек той глазастой девчушки не было. Оказалось, что она собралась по грибы, и за ней увязался маленький братишка. Возвращаясь, дети попали в сильную грозу. Переходя через болото, девочка не удержала брата и провалилась в воду. Братишка-то спрыгнул на берег, а сестра промокла. На силу добежали до дома. И теперь ее белоголовый братишка стоял среди ребят, а сестра с ночи занемогла, жар донимал. Все это вспоминал художник, работая над картиной. А вскоре ему предстояло участвовать во всемирной выставке в Лондоне с картиной «Народное гулянье во время Масленицы». За нее он был удостоен в 1869 году звания профессора. Картина интересна еще и тем, что на ней изображено одно из последних ярмарочных гуляний, которые после пожара прекратились, а на этом месте был разбит Александровский сад. Молодой талантливый художник родом из семьи Маковских, где все так или иначе были связаны с искусством. Отец, создатель натурного класса, братья Владимир и Николай и сестра Александра все закончили Академию художеств. А Константин еще в 1863 году вместе с другими бунтарями покинул Академию и вступил в петербургскую артель художников. Но, впрочем, вскоре он расстался и с этой артелью и организовал собственную художественную мастерскую. С охотой стал заниматься парадными портретами, умудряясь при этом не изменять своему творческому кредо. Его картина конца 60-х годов представляет наибольший интерес. Девчушки, что писал он по памяти, не давали ему покоя. Он хотел ее разыскать и обязательно показать картину.
увлекшись историей, художник создаст целую серию исторических картин. Константин Егорович Маковский обладал недюжинным талантом, глубокой культурой и настоящей живописной школой. Новые веяния, которые в то время бурно распространялись, были чужды. Казалось, что к концу века художника стали забывать. Но когда в 1915 году он скончался, и на кладбище Александра Невской лавры было его погребение, пришло множество людей, кому он не был безразличен. «Дети, бегущие от грозы» – эпизод, происшедший в Тамбовской губернии, навсегда оставил след в искусстве, и до последних своих дней о нем помнил художник. О чем так и не узнал, так это что стало с глазастой девчушкой, с горечью писал Константин Егорович Маковский в письме к брату. Ведь как хотелось показать ей картину.